my niggas by the damn, play no games. All my bitches wear the damn, got no shame. Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о баге, который есть в App Store. Давайте же сразу приступим, без лишних разговоров. То есть, какой это баг? Когда вы заходите в App Store, вы не можете скачать какое-либо приложение. У вас будет выскакивать вот такое вот окошко, как в данный момент. Вот требуется подтверждение, чтобы посмотреть платежную информацию, нужно продолжить и войти в систему. То есть, что это значит? Это значит, что вы попали в черный список. А черный список, что имеется в виду? Вам нужно зайти в настройки, вашу учетную запись, просмотреть iTunes App Store, зайти в ваш Apple ID и посмотреть подписки, куда вы либо подписывали, что-либо покупали. То есть, что это означает? Вы подписали что-то или что-то купили, у вас сняло часть средств, но не была снята вся сумма. И вот история покупок. Смотрите, подписки. Нажимаем в подписочки, смотрим данную информацию, где мы были подписаны, когда и сколько оно действует. Вот. Что мы с этим можем сделать? То есть вы изначально отменяете вашу подписочку, пишете в техподдержку. Ссылочку я вам закреплю уже в комментариях, так как закреплю, короче, в комментариях. Вот. Опишите вашу ситуацию, что это была покупка совершенно случайно там, и вам возместят долг ваш. То есть вы сначала гасите этот долг, они потом вам возмещают. Это первый способ, и вот так вот оно в принципе все делается, тут ничего сложного нет. То есть второй способ, вам нужно будет выйти с вашей учетной записи. Вот смотрите, в данный момент, когда ваша единственная учетная запись, она распространяется и на App Store, и на ваши фотографии, и остальное, и все, что хранится в вашем iCloud. Но, чтобы обмануть систему, нам нужно выйти с этой учетной записи и создать новую. Создаете либо же на устройстве, либо же создаете просто на компьютере ваш Apple ID и потом вводите его. Но вам нужно будет активировать его. То есть как активация происходит? На каждом устройстве iPhone или iPad есть три бесплатных создания учетной записи и активации. То есть если вы превысили, вы уже не сможете активировать. Создадите, но активировать нужно будет на том устройстве, где не было еще три попытки совершения активации Apple ID. После этого, как вы все это сделали, вы введете просто в App Store сюда. Вы поняли, да, как это делается? Вот зашли в App Store, обновление в правый верхний угол. Здесь вы вышли там с той текущей, если заблокировали, не хотите там, допустим, платить, вам нужно будет ввести сюда. Вот, сейчас я введу, и потом вы посмотрите, как это дальше работает. Вот, смотрите, я уже вошел. Вот, данная ситуация, я смогу уже что-то обновить или что-то либо скачать другое. Вот смотрите, я зайду в настройки, смотрите, здесь у нас светится мой Apple ID, и на магазин появилась еще одна строка, это отдельная учетная моя запись. Поняли, как это работает? Поэтому можно пользоваться. Давайте же посмотрим, зайдем в покупки, допустим, что я там покупал, обновлял, и нажмем что-либо скачать. Вот, допустим, это приложение, кто звонил, чей номер там, неважно, оно сейчас пойдет скачиваться, как видите, видите, скачивается, но оно нам не нужно, мы его уберем. Вот, без проблем, то есть нету этого бага, лечится только этими двумя способами, исключительно этими двумя, все остальное не помогает, это все ложь. Может и есть какие-то баги на других iOS, но с 11 с 12 касается именно только этими двумя способами, можно эту ситуацию излечить и исправить. Я думаю, я объяснил доступно, понятно, поэтому... В комментариях я только прикреплю ссылочку на техподдержку, кому напрямую обратиться по приложениям, чтобы вас быстренько обслужили и решили эту ситуацию. Поэтому ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, делитесь этим видео со всеми вашими знакомыми, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Designer.